38 точек возможности открылись в регионе только в сентябре этого года. Образовательные центры на базе школы активно работают практически во всех районах области. Из Павловского района материал Маргариты Матюшинской. Вместо педагога у доски ученики, вместо сухой теории увлекательная практика. Урок ведут семиклассники для третьеклашек, знакомят их с миром физики через эксперименты. Новое оборудование в помощь, его школа получила благодаря точке роста, проекту, который открывает для детей и учителей перспективные возможности. Новые приемы преподавания, больше практических навыков и, конечно, комфортные условия для занятий. На ремонт и оснащение ушло более 2 миллиона рублей. Современные технологии позволяют рассматривать и проводить опыты лабораторные на новом уровне. И многие учащиеся, естественно, сейчас уже определяются выбором профессии, и это позволит им выбрать профессию как учителя, например, естественно-научного цикла, так же, как и медиков. И совершает практически волшебство. Данила Орлов и Максим Варламов с будущей профессией пока не определились, но точно знают, что наука и стремление ее постигать приведут их к успешному будущему. Точка роста – это очень хороший проект для финансирования деревенских школ, сел. Привезли новое оборудование, которое более помогает изучить предметы, углубленные знания получить. И химию стало изучать намного интереснее. Появилось новое качественное оборудование, новые вещества. Благодаря новым веществам мы можем проводить наглядные эксперименты и опыты. Компьютерные технологии здесь тоже на передовой. Все как в школах областного центра, несмотря на удаленность района от него. Качество знаний возрастет в разы, утверждают учителя, уже видя прогресс школьников. Маргарита Матюшинская, Александр Рассохин, «Вести», Ульяновск.